Люди зарабатывают по-разному. Кто-то продает аккаунт в игре за реальные деньги, бустит рейтинг, тренирует в игре за деньги. Причем даже не обязательно быть топ-1 мира, чтобы зарабатывать на этом. Или, например, я снимаю ролики по ТСБ. Если услуги тренерства еще можно как-то понять, то сегодня я собираюсь купить самые абсурдные и бесполезные услуги, которые нашел. Ну а пока заваривайте чаек. Давно мечтал о робоксах? Тогда заходи на сайт robuy.dg. На этом сайте вы можете купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоит 279 рублей. Robuy.dg имеет множество положительных отзывов, а значит им можно доверять. А еще на robuy.dg вы сможете получить робоксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робоксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 200 тысяч робоксов. Не упусти возможность выиграть робоксы и сделать это лето ярче, выполнив простые условия для участия. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка робоксов после оплаты, круглосуточная работа сайта – все это на robuy.dg. Ссылка на сайт будет в описании. Итак, вот мы и зашли на этот сайт. Тут я вижу очень много услуг. Прям глаза разбегаются. Да, блин. Просто как будто бы на базар пришел. Тут есть какой-то чат. Куплю гемы, у кого есть резина в хайспис, срочно в ЛС. Нас интересует The Strongest Battlegrounds. Становлюсь вашим слугой на PS Plus и делаю, что скажете. Цена за 1 час. Так, ну вот это на самом-то деле уже интересно. Все клево, 5 звезд. Его прям нахваливают. Так, ну что ж, вы пока ставьте лайки. Я думаю, я этот товар куплю, а пока давайте перейдем к другому товару. Но этот я пойду оформлять. Так, я тут нашел гайды. На самом-то деле очень интересно, потому что встречаются какие-то комбо на Геносе, простой комбо на Геносе, а есть какой-то ваншот комбо на Геносе от 75к киллов. На самом-то деле интересно. Это видео будете видеть только вы и никто другой. Доступ по ссылке только у вас. Ну, давайте купим, попробуем, что ли. 5 рублей всего лишь стоит. Так, и мы получаем какую-то ссылку на YouTube. Все, давайте переходим. По-моему, это комбо я уже где-то видел. Если честно, это комбо на самом деле очень простой. Я его делал, когда был новичком. Так, давайте его попробую сделать. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 клика. 4. И 3. Ну, в принципе, неплохо. Это 5-рублевый комбо. Каждый раз, когда я называю его 5-рублевым комбо, оно становится почему-то смешным. Ладно, вот это комбо, в принципе, неплохое. Опять же, можно было этому додуматься самому или посмотреть на ютубе, но, в принципе, ладно. Теперь вы знаете это комбо, и вам не придется платить 5 рублей. Так, ну что ж, переходим к следующему товару. Так, у меня прям ноутбук уже взрывается. Так, я сейчас хочу обратиться к тренеру, чтобы он мне научил играть. Давайте сначала соберем тренеров и посмотрим, в принципе, кто лучший тренер, тому и обратимся. Так, ну что ж, я купил обучение тренера, давайте сейчас я ему скину свой ник. Так, ну я надеюсь, наш SigmaCraft 228 ответит, потому что все-таки 11 рублей, 50 копеек, это не хухры-мухры. На такие деньги можно купить сырок. Становлюсь вашим слугой на PS Plus и делаю, что скажете. Так, ну, в принципе, у меня есть какие-то идеи, давайте зайдем. Ну, блин, какая же кринжовая все-таки вот эта вот услуга, стану вашим слугой на PS Plus. На час причем, на час. Так, ну он будет, получается, моим слугой, да? Блин, что я делаю в своей жизни не так, а? По-моему, рабство уже давно отменили. Все еще есть люди, которые готовы тебе подчиняться, причем за такую маленькую сумму. Здравствуйте, ничего себе! Здравствуйте! Так официально. Так, сделай сальто. Так, первое поручение, сделай сальто. Опа!
Хорошо. Следующее задание. Отожмись 5 раз, а потом пропиши леща ему. Опа. Сразу начал делать. 3, 4, 5. Все. Давай. Так. Какие еще? Что еще можно придумать? Блин, жалко, тут нету подписчиков. Кстати, зайдите в телеграм-канал, там будут все новости о канале. И не только. Притворись полицейским. Вы кто такой? Зачем закончить? Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну раз это мой раб, наваляй ему. Воу-воу-воу-воу-воу. Это же его друг, он сейчас, наверное, думает, блин, как ему написать, типа. Воу-воу-воу! Ты чё? Интересно, если я ему скажу «остановись» и «не отвечай на его удары», он остановится? А теперь, «не отвечай на его удары». Даже если он будет бить. Все. У меня нет врагов. На этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. На самом-то деле, какое-то кринжовое видео получилось. Надеюсь, больше таких видео у меня не будет. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Еще увидимся.